которые тебе высыпаться не дают. Надо, чтобы они от тебя не высыпались, они дают. Вот, и короче, про Якутск, я чё, блядь? Они, да, у них Sky есть на своем языке, короче. Да, ну. Пробиваю туда выезд, короче, на самолете. Надо, блядь, туда срочно ехать. Единственное, что я знаю про Якутск, это, по-моему, что там пиздец как холодно. Вот, блядь. Ну, летом-то там тепло. Ты снимаешь видео? Да. Ты только потом вырежи про еблю и всякую хуйню. Обязательно вырежи хуйню про еблю. А вот это оставь. Вот это вот можешь оставить, да. Ништяк у вас. Нон-алкоголик мальт беверага. Немцам потом покажешь. Вот, и вот этот пивас я вот очень много где читал, даже вот вплоть до того, что в независимом каком-то стратегии про него писали, то что он все, вообще все места бьет по алкоголю. World Beer. Всемирно лучшее безалкогольное пиво. Импортированное из Германии. Пиво по крестам, короче. Вообще по крестам. Только мне кажется, с него торгают. Мне кажется, у меня уже второй бутылки, это язык немного заплетается. Если ящик. А что, помнишь, мы у тебя бухали, когда белый медведь без алкоголя? Я, блядь, высосал бутылок 6 и меня нахуячило с него, блядь. Да белый медведь. Я говорю, у меня с двух стаканов с кваса в Ялте вообще умотало. Рубанок с меня вообще ржал. Фига ты, говорит, пьяный. Меня прям несет, волокет, язык заплетается. Кваса? Квас, да? Разливной. Подземный тоннель в Европе. Много путей разветвления. Подземные коммуникации. Можно попасть в метро, а можно попасть в винтовку. Там куча дорог, как у тебя. Центр ремонтом видеокамер. Сюда угодно ты можешь попасть. Куда кто-то поет. А вот похож твоя сестра. Да, сейчас будет творчество. Уголок творчества. Да, я сейчас присоединюсь тогда. Чё, здесь концерты устроим. Многие футбольные фанаты приезжают сюда в Татары и стоят и играют песню, чтобы заработать себе это бухло. Реально. Тут что, нормально? Вот, концерт группы Корн в этом переходе, обещаю. Пока сегодня. Я вас вообще не сюда привел. Я просто привычки пошел. Идем обратно.
Кстати, сегодня день рождения Ленина и Магомета. Да? О, как. Так что сегодня праздник у ислама коммунистов. В смысле, у них двойной праздник. Ну, я понял. День ислама коммунистов. Я думаю, теперь можешь рассказать что-нибудь. Рекорд Кремль. Миллион церквей. Улицы исторические. Нижневолжская. Рождественская. Ходи в церковь. Молись, постись. Молись, слушай радио «Радонеж». Нет, вот это кирпичная. Так это Кремль. Кремль? Сказал, Кремль. А-а-а, фига себе, прикинь. Надо еще приблизиться. Вообще. Не, ну пока вот по городам ничего такого не видел. Весь практически разрушен. Его даже в ЮНЕСКО хотели заносить, потому что его в 40-х годах реставрировали. Говнецом тут вот попахивает. Чистит и срёт. Любу. Хорошая фамилия у чувака. Люби добро. Критик. Опера нищик. Дай нам, чтобы умер. А? Он умер 25 лет. Нормально, чё. Потому что он добро любил, а никто не любит добро. 25 лет успел просто. А? Вот в 25-летнем возрасте успел стать просто уважаемым во всем мире человек. Ну, здорово, чувак. Мне 25. Вот так вот не фартануло. Калашников диски были 250, что ли, 350, совсем дорого. Что же дорогой дестрой. Футболки по 500, хуевого качества.
наши... Вот у меня группа Friends of Nolan. Ты имеешь в виду, что это записывается? Ну не похер. Вот они качественнее, и всего по 300 я их продавал, и они уже закончились. Ага. Давно. У меня последняя. Там дождик потихо шел. Так кто сам говорил, что у вас там дырка? Так она никогда не текла, она там была, международного масштаба сегодня встречается Новосибирск и Зеленоград. Судьи: Дзержинский, чувак, барабанщик группы Инир. Представьте, пожалуйста, то это был Данила. Оператор: Иван. Коренной нижегородец, родом из Чувашии. Поехали. Старт нам. Белый ход. Итак. Я даже забыл, на две же отобожено. Да вы себе сделаете на первый ход. Так давно это было. Ну все, старт был дан. Нажмем на паузу, посмотрим, что будет дальше. Сейчас. Тебе рассказывают. Что это, что говоришь? Ака. Через Аку. В смысле Ака? А где Волга? Волга, текает. У вас и Ака, и Волга.
Да ну на! Повезло! Повезло, повезло! Никому так еще не повезло. Хотя нет, в Омске Обь вертыш впадает. Тоже у нас нормально. Одна всего лишь Обь. Обь? Да. А я... Зато какая! Ну да, она большая. А я в Обь. Короче, а я в Обь ссал, да. Протанул в обиду. Протанул на Обь концовку. Ушел, подскажи. Tonight.